С вами Артём и Амина. И сегодня мы в джунгле в Артём Крона. Качели. Боже, ну это было так тяжело, мне кажется, что вообще фигня. Очень сложно. Это занятие скалолазом. Ну давай, вот это помогает тебе. Держи. Давай. Это будет. Колесики крутятся. Поехали. Очень сложное снаряжение, прям как у альпиниста. 14. Так, поехали. Подготовка тут нужна хорошая. Ой, чуть не упала. Ну, тут есть страховка, ничего не страшно.
скажем, это всего лишь детская трасса. Чуть не упала. Тебе помочь? Нет, я все пройду сама. Мама, это вперед. И вот это финальный уровень. Скоро будет мой финиш. Ура! Я это сделала, я уже на финише. А самое легкое были эти лианы и скалолазание. Это скалолазание, я думала, будет совсем нелегким. Здесь 12 метров точно есть. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь видео с друзьями. И всем пока. И тебе пока.